Телец, астрологический прогноз на 2024 год. Гороскоп для Тельцов на 2024 год обещает представителям знака осуществление планов. Но на пути достижения поставленных целей будет много подводных камней. Следует быть осторожным, негативные эмоции могут стать серьезной преградой, а страх поражения не позволит даже начать задуманное. Астрологический гороскоп советует планировать важные проекты на конец весны, начало лета. Звезды дают зеленый свет всем начинаниям. В профессиональной сфере ожидаются продвижения, карьерный рост или начало нового. Но природная застенчивость и сомнения могут стать серьезным препятствием. Стоит запастись терпением и не сомневаться в успехе. Весной прогноз обещает серьезные изменения на любовном фронте. Поможет наладить контакт обаяния и харизма. Звезды советуют быть осторожнее при выборе партнера, так как возможно разочарование. Осенью потребуется принимать много решений, все из-за череды непредвиденных ситуаций. Гороскоп для мужчины. Гороскоп для тельцов мужчин немного отличается от составленного астрологами для женщин. Небесные тела расположились таким образом, что удача улыбнется и на профессиональном поприще. Представителям сильного пола астрологи рекомендуют взять на вооружение следующие советы. Игнорировать чужие конфликты, особенно если это семейные ссоры. С родственниками лучше соблюдать нейтралитет. Любые размолвки могут повлечь за собой потерю денег. Доверять решение сложных вопросов, где мало опыта, специалистам. Тут придется научиться делегированию. Не нужно начинать сразу несколько проектов одновременно. Вероятность провала по всем направлениям в 2024 году крайне велика, если начать распылять силы и не концентрироваться на одной задаче. Мужчинам-тельцам удастся выйти на новый финансовый уровень. Важно лишь немного приложить усилий и не упустить возможности, которые предоставит госпожа удача. Кроме увеличения денежного потока, также ждут ценные подарки и интересные сюрпризы. Первая половина года обещает дальние поездки. Гороскоп для женщины. Гороскоп для тельцов женщин в 2024 году советует не обременять себя утомительной работой по дому. Лучше больше времени посвятить себе, своим близким и развитию. Бытовые задачи постараться максимально делегировать. Звезды предупреждают, что возможны разногласия с родственниками, поэтому нужно сохранить мир всеми силами. Кроме этого, астрологи дают следующие советы. Женщин-тельцов ждут благоприятные перемены, особенно это касается романтической сферы и социальной жизни. Одиноким дамам стоит приготовиться к многочисленным свиданиям и новым отношениям. Из-за большого потока негативно окрашенной информации извне могут возникнуть периоды апатии и душевного кризиса. Лучше дать себе передышку на пару дней. Не стоит распылять свои силы и решать глобальные задачи. Для достижения успеха нужно двигаться вперед понемногу. Во второй половине года женщину-тельца ожидают разъезды по делам, но есть время и путешествиям. Также звезды говорят о возникновении множества ситуаций, когда потребуется быстро принимать решения. В 2024 год звезды обещают любовь. Астрологический прогноз в любовной сфере сулит массу приятных моментов. Несмотря на то, что год високосный, заключенный союз будет крепким. Одинокие представители знака могут смело ходить в этот период на свидания, знакомства будут удачными и сулят интересное развитие. Но кроме этого ожидается и наплыв звонков от бывших, к ним тоже нужно быть готовыми. Семейные астрологи дают такие рекомендации. Постараться оживить атмосферу в доме неожиданными сюрпризами для второй половины или романтическим ужином при свечах. Любые конфликты и недомолвки лучше нейтрализовать сразу, иначе они могут перерасти в крупные ссоры и грозить разрывом. Стоит отказаться от ревности и постоянных проверок, они тоже отношения не улучшают, а лишь создают стену между супругами выше. Самым романтичным периодом в 2024 году считается весна, с первыми листьями придут и романтические чувства. Эмоции будут переполнять, и даже старые чувства вспыхнут с новой силой. Чтобы почувствовать себя счастливым, не придется прилагать массу усилий. Денежный гороскоп на 2024 год. 2024 год будет для тельцов денежным.
Большинство возможностей для реализации собственного потенциала позволит увеличить в несколько раз и финансовый поток. Но много сомнений станут преградами на пути к осуществлению мечты. Также важно соблюдать хрупкий баланс между тратами и доходами. Помогут в этом пара советов. Не надо отказываться от подработок и помощи родных. Делать по мере возможности накопления в нескольких местах. Все деньги на один счет лучше не класть. Прислушиваться к советам близких и знакомых, у которых опыта в финансовых вопросах больше. Не бояться признавать свои ошибки и начинать сначала. Во второй половине года ожидается появление непредвиденных событий, которые пошатнут материальное положение тельцов. Для этого первую часть года звезды советуют копить деньги, создавать финансовую подушку. От крупных покупок или серьезных трат лучше воздержаться. Но это не касается путешествий. Тут полученные эмоции будут вполне оправданными. Прогноз в карьере на 2024 год для тельца. Новый год обещает серьезные перемены, коснутся они и профессиональной сферы. В карьере ожидается продвижение или новые проекты принесут дополнительные возможности для роста. Представители знака отличаются упорством и трудолюбием, что ценится во всех сферах человеческой жизни. Поэтому, если от начальства начнут поступать интересные предложения, не стоит их игнорировать. Но в 2024 году резко активизируются крупные мошеннические схемы, обещающие сиюминутный доход. Не надо им верить и бросать работу. Такие проекты, которые потребуют много сил, денег и энергии, могут стать серьезным разочарованием. Прогноз на здоровье в 2024 году. В 2024 году тельцы отметят прилив сил и энергии. Их хватит на решение поставленных задач и реализацию планов. Не нужно полагаться только на собственные ощущения, иммунитет может подвести в самый неожиданный момент. Поэтому состояние организма лучше проверять раз в полгода. Звезды советуют чаще гулять и заниматься спортом.